сегодняшний эфир посвящен только запечатыванию. Ты еще не умеешь делать запечатку? Тогда мы идем к тебе. Самая сложная и самая, пожалуй, крутая техника из всего классического моделирования, которая позволяет вам создать базу лояльных клиентов просто огромную. Благодаря запечатыванию клиенты будут просто переходить с вами из салона в салон, переезжать из города в город и вообще никогда в жизни больше никому не пойдут. И я вам скажу, сейчас расскажу на своем даже примере. Всем привет, всем доброе утро, цветочки, поцелуйчики. Напишите, пожалуйста, тему. Тема звучит так: все о запечатке. Тема все о запечатке. Я сейчас ее прикреплю. Девочки, всем привет, всем доброе утро, всех рада видеть. Это мой первый эфир в Санкт-Петербурге. Я вообще давно не выходила в эфир, и последнее время вообще провожу их редко, хотя очень их люблю, и мне очень нравится с вами общаться. Вы у меня самые классные, самые лояльные. Я вас всех очень люблю, но в последнее время вы знаете, что у меня был переезд, и потом поиски квартиры. Все, мы обустроились, мы переехали, мы чуть-чуть выдохнули на выходных, и теперь я возвращаюсь в рабочий режим, теперь возвращаюсь к эфирам, теперь у меня много времени для вас. Вот, я буду часто теперь проводить эфиры и просто поболтать, и профессиональные, и по бровям попозже начну вести, и по ногтям. Короче, теперь я вся ваша. Понятно? Вот. Так, а кто-нибудь написал тему? Я тут... Все о запечатывании. Открыть. Вот, странно. Угу. Сейчас, секунду. Ой, вы так, я не могу найти. Прикрепить. Спасибо большое. Я вам расскажу свою историю, как я познакомилась с этой техникой. Где-то, наверное, это было, уже лет 10 назад. Я когда приехала на повышение в школу Эми, вообще, как я ее увидела, я вам расскажу. Я работала в Сальске, работала в салоне, и не было у меня особой возможности ездить на курсы дорогостоящие какие-то, вот прям, в Ростове ближайшие были, и чтобы постоянно ездить, нужно было как бы очень много зарабатывать. Тогда я только начинала, и постоянного заработка не было, в общем, как бы не суть дела. И я узнала, я такая хитрая была всегда, что я вам советую тоже делать, если вы там из маленьких каких-то городишек. Я узнала, что у нас есть сальский мастер, которая учится только в Эми, что она делает крутые ногти, все к ней ходят, и в нее вообще не запишешься, и там не пробьешься никак, не вообще не попадешь. В общем, я к ней записалась. Тогда вообще не принято было мастерам к мастерам ходить. Естественно, никто вообще, что я мастер, все, я пошла. Пошла, и просто вот так вот, как вот с такими глазами села в начале процедуры, вот с такими глазами и встала. То есть куча каких-то. Я тогда работала однофазником. И тогда я первый раз увидела трехфазную систему, кучу этих баночек, тем помазала эту колбаску. Она мне когда на свободный край выкладывала, я просто там чуть ли не вот туда к ней залезла. То есть меня очень-очень сильно впечатлила эта техника. И я вот после того, как у нее посидела, вы что думаете, что я вот посидела у нее и такая, все, пойду делать? Нет, я полетела, побежала учиться в Эми. Приехала, поучилась, все было очень понятно, все было разжевано для особо одаренных, как всегда, в принципе. Лекция там с биохимией акрилата вначале, у меня вот такие вот були. Все понятно, все хорошо, на практике эти 2 дня отработала запечатку, все класс. Приехала домой, какая-то фигня. Делаю эту запечатку 3 часа, потом ее всю спиливаю, раз и все, и вылетело из головы. Я такая думаю, что-то время тратить, не буду их делать. И потом уже, через, наверное, год, я переехала в Ростов и пришла в бьюти-комплекс работать, а там делали только запечатывание, вообще без вариантов, то есть никто не делал без запечатки. Но это было условие, то есть у всех был один протокол, и все делали по одинаковой технологии. Я поработала 2 недели с седыми волосами, наверное. Эта запечатка то скололась, то я ее спилила, то еще что-то. Потом я начала втыкать. Как ее правильно делать, подсматривать у других мастеров, как она делается. И как дошло до меня, по
потом, я помню этот момент даже, когда вот так вот раз, и все, и я все, у меня все пазлы сложились, я поняла, насколько это круто, насколько это просто, и как делать правильно так, чтобы... То есть даже недостаточно просто поучиться, нужно отработать, желательно... Знаете, как вы когда начинаете отрабатывать сами на клиентах, у вас раз, вы ее спилили, там, она откололась, у клиента, ой, херня, это ваша запечатка, вот дело без нее будет. Вы просто поверьте мне, что круче, чем запечатывание сводного края для слабых, тонких ногтей и для тех клиентов, которые нагружают свободный край очень сильно. Вот я, например, мне без запечатки вот нельзя, понимаете? Я тот человек, который не умеет носить аккуратно ногти. Я вот так вот все шкребу. Я и сковородки так шкребу, и стол от гель, там от гель-лака, от геля отшкребаю. То есть я везде залезу этими ногтями бедными. Знаете, что дает запечатывание? Запечатывание дает профилактику отслоек со стороны свободного края. То есть что такое запечатывание? Это каркас по свободному краю, который держит ногтевую пластину, не дает ей скручиваться. То есть гель-лак, в принципе, это мягкая система, она не удерживает ноготь. Он при напитывании влагой, потом при иссыхании скручивается в трубочку. Вот он влагой напитался, он такой раз выровнялся, руки бы помыли, допустим. Потом начинает высыхать, и вот так вот ссыхается. Все, и он скручивается. Гель-лак остается на поверхности отслойки с гелем то же самое. То есть гели скульптурные, они более мягкие, то есть которые мы выкладываем на поверхность. Гели для запечатывания – это самые жесткие гели. Этими гелями нельзя работать от кутикулы, потому что пойдут отслойки, так как там мягкий ноготь. Эти гели специально предназначены для работы со свободным краем. Понимаете, они защищают свободный край. Вот жесткий каркас жесткого геля, он защищает свободный край от трения, от скручивания, от расслаивания. Если ногти у клиента хорошие, ну, прям хорошие, не крутятся, они не мягкие, не расслаиваются, не тонкие, вот можно делать и без запечатки. Но я бы все равно делала, я всем клиентам делала все запечатки, потому что я не знаю, что она пойдет и будет сейчас этими ногтями делать. Правильно? Правильно. Лучше перестраховаться. Если вы запечатку отработаете, сделать ее на 10 ногтей ровно 5 минут. Но нужно понять, нужно потратить время, потому что техника технологически сложная. Вот. Если говорю, что это круто, но на это нужно потратить время. Поняли? Вот. У меня, собственно говоря, сегодня модель моя, у нее тоже ногти, которые нельзя делать без запечатки. Вот если сделали запечатку, все, за месяц перевалило, она подходит, говорит, глянь, все на месте, все вообще нигде. Стоит только просто гель-лак или гель без запечатывания, где-то скололось, где-то еще что-то. То есть мало того, что нагружает свободный край, еще и ногти тонкие сами по себе. У нее еще и кутикула проблемная. Чего смотришь? Запариваю себе кутикулу, чтобы покрыть под кутикулу, это надо просто посидеть, вот честно. Вот, и я сейчас возьму ее руку, одну полностью, пять, и сделаем снятие и моделирование с опилом. Покрою потом вне эфира, сделаю видосик, выложу. То есть, чтобы вы увидели, что это можно делать быстро. И еще сегодня, в честь первого эфира в Питере и переезда моего, естественно, я вам дам 30% скидку на курс «Скорость». Ни разу такой скидки не было. Поэтому вы мне писали и спрашивали, когда будет, можно ли купить. Сегодня ваш день. Сутки будет действовать акция. Ссылку прикреплю в сторис после эфира. Вот так вот. Все, начнем. Та-дам! Мы уже тут эфир приготовились. Сохраню. Что? Эфир сохраню. Эфир сохраню. Эфир сохраню, обязательно выложу в ленту. У меня сегодня новая техника работы в прямом эфире. У меня новая лампа, нет крепежа стандартного. Я сегодня пробую новое положение телефона. Свет мне очень нравится, освещение крутое, вам должно быть все хорошо видно. Не надо двигать. Единственное, что мне чуть неудобно подлазить по телефону, могу выходить из кадра иногда, но вот у меня Олечка сидит, она подключилась к эфиру, если я буду косячить, она мне будет говорить, поэтому не переживайте. Вопросы. Если какие-то будут прям в процессе по технике, Оля будет зачитывать, я буду на них отвечать. Все остальные вопросы в конце эфира, хорошо? Чтобы я не отвлекалась. Вот, перчатки мне дали. Смотрите, какие перчатки хорошие. Ну,
знаешь, они смотрятся в эфире даже лучше, чем черные. Mm-hmm. Да? Yeah. Эстетично довольно-таки. Вот. Эта техника, которую мы будем сегодня делать, классическая техника укрепления натуральных ногтей с запечатыванием свободного края. То есть у нас будет гель-гель. А в курсе скорость еще есть совмещение с гель-лаком запечатывания. Это вообще моя обожаемая тоже техника. В курсе есть наращивание скоростное, есть коррекция искусственных ногтей, есть просто гель-лак, вот гель-лак с запечатыванием. Потом есть, господи, боже мой, на Оле Ханаевой мы делали тоже ей коррекцию. Пламя ее ногти были. Тоже есть такая. Оп-оп-оп. И в курсе я все работы выполняю по таймеру. Ой, Оль, дай, пожалуйста, антисептик. То есть я сажусь, беру 10 пальцев модели и полностью на уроке их делаю. То есть не один палец, не 5 пальцев, а полностью 10. Чтобы вы видели, как это можно сделать в реале, как работать конвейером. Останавливаюсь после каждого этапа и рассказываю, где я сократила время. То есть я же знаю, где примерно вот все равно ошибки и боли у всех мастеров, они все одинаковые. Я же знаю, где вы 100% время тратите. Время вы тратите на первой подготовке, на пиле вот сейчас, когда мы начнем. Вы на этом закапываетесь. Подготовительный этап должен занимать не более 20 минут. Для этого вы должны снимать фрезой. Правильно, единственное, подобрать фрезу. Длину убирать фрезой. Пилкой только подпиливать свободный край в форму. И по кутикуле гель-ноготь границу зачищать. Все. Максимум 20 минут. 5 минут на обработку кутикулы. Так, с водички попью. Вот. На этом же этапе можно сразу убить клиенту ногти. Если мы не умеем работать с поверхностью, если мы не умеем, не знаем изгибов продольных, поперечных, и работаем металлическими фрезами, можно сразу вот взять в руки фрезу и сразу перепилить ногти в хлам. Все, и эти ногти потом будут постоянно с отслойками. То есть здесь мы, естественно, берем металлические фрезы, когда мы умеем с ними работать. С металлическими фрезами мы работаем тогда, когда мы прошли курс моделирования. Это очень важно, потому что на курсе маникюра вас не учат архитектуре искусственных ногтей, вас не учат архитектуре поверхности. То есть если мы мастер маникюра без моделирования, то мы работаем керамикой. Металлическую фрезу мы берем, когда мы уже знакомы с архитектурой, знаем поверхность, не знаем, как правильно пилить фрезой, чтобы не убить клиенту ногти. Фрезой мы снимаем очень быстро. Ошибок тоже при работе с фрезами очень много. На курсе я на каждой модели, в принципе, показываю, как правильно пилить быстро. То есть наша задача пилить быстро, быстро, и при этом, чтобы не было дискомфортно клиенту, не затрачивая много энергии, уложиться в 20-15 минут. Видите, я металлической фрезой к границе не подхожу. Металлическими фрезами мы не подходим к границе гель-ноготь. Почему? Потому что одним движением можно перепилить ногтевую пластину и сделать ямку прям. Это визуально может быть не видно, но ногти станут более слабыми. Видите, я тоненькую полосочку оставляю. Если нужно убрать длину, а мы не будем сейчас убирать длину, мы ставим вот так фрезу, тут же сразу, вот я опилила один ноготь, перевернула перпендикулярно, убрала длину. Не пилкой убирается длина. Если убирается длина пилкой, это очень много времени. Фрезой мы снимаем старый материал, убираем длину. Если видим большие отслойки, мы их не трогаем. Мы потом берем керамическую фрезу и керамической фрезой отрезаем отслойки. У нее сейчас гель спрашивает на ногтях. Да, у нее сейчас гель. Я не помню уже какой. Но мы тебе, по-моему, без запечатки последний раз сделали. Очень быстро у нас было то ли час, то ли там что-то
чуть-чуть больше часа времени. У нас не было времени много. Мы прям сделали чуть ли там не без опила. А если у клиентки отслойки всегда, много времени уходит на опил? Нет. Понимаете, тут вот мне... Вот когда вы говорите, вот отслойки, а если у нее отслойки, никак это не влияет на время. Понимаете, если вы знаете, как быстро убрать отслойки, вы берете керамическую фрезу и отрезаете отслойки. Все. Конечно, у вас уйдет кулериард времени, если вы начнете пилкой убирать отслойки. Вот если я сейчас у меня будут на всех ногтях отслойки, и я начну их убирать пилкой. Ну, минут 20 я это буду делать, а фрезой 2. Есть разница? То есть вы должны, чтобы научиться работать быстро, пересмотреть протокол процедуры своей, выкинуть лишнее, выкинуть то, что занимает много времени, заменить что-то, вот пилку на фрезу где-то. Нельзя просто научиться делать быстро. Нужно полностью пересматривать свою работу. Все, и теперь я беру пилку. Спрашивали, натурал композит есть ли в продаже? Да, натурал композит есть. Есть в продаже. Натурал композит, он всегда есть в продаже. Это самый ходовой. Что, нет, не всегда? Не-не-не, там были просто перебои, сейчас они не есть. Ну, вообще, это самый ходовой продукт, он базовый. И как бы если там и бывают какие-то перебои, то это, ну, не вывод ни в коем случае. Все, и теперь уже пилкой под запечатывание, что мы делаем? Нам необходимо заузить на миллиметр полтора свободный край. Это важный момент. Это очень важный момент. Если не заузим свободный край, ногти будут широкими. Мы потом захотим их заузить и спилим всю запечатку. И по границе гель-ноготь проходим мягкой стороной пилочки. Спрашивают, нужно ли запечатывание делать на короткие ногти? Смотря на какие на короткие. Очень. На очень короткие ногти, к сожалению, можно... Я, например, могу сделать на короткие ногти запечатывание. Если вы только начинаете, не делайте. Потому что, смотрите, короткие – это вот так. Вы выложите запечатку, и с той стороны не сможете выпилить, если затеки будут. Просто я, например, у меня уже настолько отработано, что я положу эту запечатку настолько точно по периметру, что она, эта колбаска, этот жгутик, он у меня нигде не заползет ни вниз, ни наверх. Я его положу четко по периметру. Он просто ляжет, как продолжение ногтя. Если еще нет опыта, по-любому где-то будут затеки. Вы не сможете их с той стороны выпилить, и просто запечатка отколется. Заужение – это очень важный момент. На любую форму, на квадрат, на овал, на миндаль. Если не дозаузите, то спилится запечатка. Ну, в принципе, вот то, что у меня было всегда в начале, когда я только вот начинала. Вот, конечно, лампа мешает опилу. Ля бьется. Поближе сейчас увеличу чуть-чуть. Вот. 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 Крепеж из Ростова не привезла. Вот мы тут сейчас в таких полевых еще условиях. Но я думаю, в течение недели мы наладим. Все, отслойки главное все убрать. По торцу тоже обязательно просматривайте, чтобы не запечатывать старые отслойки. То есть все должно быть чистенько. Спрашивают, можно ли 8-й базой запечатывать свободный край? Нет. Девочки, вначале рассказывала, запечатывание выполняется только жесткими гелями, густыми, гель-лаком. В чем смысл запечатывающего геля? В том, что он густой и он стоит в большую высоту неподвижно. То есть у меня есть возможность на весу выложить его по свободному краю. Вот как вы гель-лак выложите по свободному краю так, чтобы он не потек. Он же не будет стоять. Запечатывать можно, я сейчас расскажу и покажу. У нас есть только 3 геля, которыми можно делать запечатывание.
И гели должны быть очень густыми. Сейчас у меня как-то спрашивали, можно ли делать запечатывание акригелем. По факту можно, но дольше. Понимаете, он не тянется вот так хорошо, как гели. То есть гель должен быть густой, но при этом хорошо тянуться и хорошо выкладываться комфортно. Господи, бьюсь об лампу. Угу. Зараза. Ничего, мы настроим все. Плюс еще для ускорения, что вам нужно, это привыкнуть работать только конвейером. То есть мизинец, безымянный. Ну, кроме опила, конечно. И опил, вот я знаю, что есть такие техники, когда опиливается там свободный край на всех, потом параллели на всех. Нет, берется один ноготь и полностью опиливается. Гораздо дольше, если вы будете перебегать от одного ногтя к другому. Почему отходит гель-лак от запечатки? Не поняла. Девочки, непонятен вопрос. Все, и теперь мы работаем с кутикулой. Вот, пожалуйста, что мы имеем. Прилипшая тонкая кутикула. Здесь есть два варианта. Смотрите, ни в коем случае мы не берем острые фрезы. Вот такие фрезы с такой кутикулой сразу мы не берем. Как я обычно работаю с Олей? Я беру либо безопасную, отодвигаю ей кутикулу, а потом уже алмазный прохожу. Либо беру конус со скруглением, тоже им отодвигаю, а потом прохожу остренькое уже. Тут как бы какая у вас в принципе есть. Можно и так, и так. Вот я сейчас в данный момент я просто отталкиваю кутикулу, счищаю птеригий. Если мне нужно почистить, прям будет под кутикулу, я уже потом возьму алмазное пламя. Отодвинули боковые валики, вот эти все прошли, убрали. Угу. Работаем фрезой тоже, скорость. Работаем без смены реверса. То есть, если хотите ускориться, и вы сейчас работаете в две стороны, привыкайте к тому, что нужно работать в одну. Как бы не хотелось, но все-таки время, когда вы работаете со сменой реверса, у вас уходит больше. Девочка корректировала вопрос. Когда делаю запечатывание, то клиенты приходят запечатывание, но гель-лак стирается на краях. Может, что-то дело не так? Все равно непонятен, как это гель-лак стирается на краях. Пришлите фотографию мне в директ, когда придет еще раз такой клиент. Потому что невозможно вот сейчас так подсказать. Боюсь вас дезинформировать. Вот на такие конкретные вопросы точнее можно ответить, только видев ситуацию. Пушером не отодвигаете? Нет, я пушером вообще не работаю. И апельсиновой палочкой тоже я такую кутикулу не отодвигаю. Гораздо безопаснее, смотрите, и быстрее отодвинуть ее фрезой, но не острой, а скругленной или безопасной. Во-первых, давайте уж по-честному. Вот смотрите, такая прилипшая кутикула. Если я сейчас бы Оле начала толкать ее апельсиновой палочкой или пушером, ну, ей бы было, честно, мало приятно. А фрезой отодвигание абсолютно безболезненное для клиента. То есть важно, чтобы процедура маникюра, процедура коррекции ни в коем случае не была для клиента болезненной или неприятной. То есть мы должны сделать все для того, чтобы было максимально комфортно. Если ей нужно будет неприятно, она пойдет к зубному. Да? Да. Или гинекологу. Ну, это уже индивидуально. Вопрос к твоему мастеру. Берем салфетку. Да. Вытираем ручки хорошо.
все. Цвет обязательно везде должен быть убран, нигде от слоек ничего не осталось. Слушай, я вся в снеге. Я себе, наверное, куплю попозже этот пылесосик. Так, обезжириватель. Безворсовая салфетка. Здесь все стандартно. Простите. Обезжириваем. Все, на данном этапе, особенно когда мы если мы технику делаем с опилом, то есть запечатывание, наращивание, квадрат при любой технологии, мы все равно потом опиливаем. Кутикулу не трогаем. Отодвинули, убрали птеригий, боковые валики обработали. Все, на этом закончили. Почему? Потому что особенно вот такую кутикулу, если вы ее сейчас уберете, потом начнете пилить и раздерете ее в кровь. Вот с такой кутикулой ее, знаете, как вот... Так, это будет неприлично звучать. И обидно, может быть. Лучше... Прости. Лучше не доделать. То есть лучше не дорезать, чем поранить. Потому что потом просто при контакте с водой клиента будет вот это все красное, воспаленное, и о вас неприятные воспоминания. Лучше ее аккуратно обрезать и не дорезать, чем поранить. Nail prep обязательно в классической системе дегидратант, то есть влагу убирает. Если ногти влажные, вы это видите, можете два раза нанести. То есть что такое дегидратант? Это обезжириватель, только более концентрированный. Мы его наносим, он при испарении вытягивает влагу, остатки масла, крема, возможно. Некоторые клиенты любят пользоваться косметическими средствами перед походом к мастеру. Вы все делаете на форварде, получается? Да. Я вообще не меняю никогда. На реверс не меняю. Ультрабонд. Ультрабонд – это уже грунтовочное средство, да? Поэтому с ним мы уже... Если я Nail Prep вот так нанесла, и на валики, и на кутикулу попала, ничего страшного. Ультрабонд уже наносим с небольшим отступом. Потому что ультрабонд уже и вот так вот на кончик. На искусственный материал не наносим, потому что ультрабонд служит для сцепки натуральной пластины и искусственного материала. Наносим на отросшую часть и вот так по торцу для успокоения души. Какая была фреза? Какая именно? Конус со скруглением. Алмазный конус со скруглением. Первая это была металлическая фреза. Вторая конус со скруглением. Алмазный. Минуту испаряется ультрабонд на воздухе. Наносим базовое покрытие. Что мы можем использовать? Можем использовать базу гель-лака, жидкую, классическую. Ни медиум, ни макси. В чем смысл базового слоя? Базовый слой, то есть базовый гель, он всегда должен быть жидким. Чем жиже базовый слой, тем сильнее сцепка. Для чего мы наносим базовое покрытие? То есть у нас сейчас после запила пилкой, у них областы на поверхности подняты, то есть чешуечки вот так приподняты. Мы нанесли ультрабонд. Ультрабонд восстановил кератиновые связи между чешуйками и оставил липкий слой после себя. Базовый слой, он затекает между этими чешуйками просто. Если база будет густая, она просто не затечет, не попадет между чешуйками, соответственно, останется в воздух. Понимаете? То есть в чем прикол базового слоя? В том, что база должна быть жидкая. И чем глубже, то есть она в поверхностный слой между чешуйками проникнет, тем больше будет сцепка. Это на вопрос, вот мне просто тоже несколько раз уже задавали, можно ли медиум, можно ли макси? Нет. База только жидкая. Можно кислотный праймер наносить, если есть остатки базы? Кислотный праймер вообще не рекомендуется наносить. Зачем наносить кислотный праймер, если есть остатки... Вообще, зачем наносить кислотный праймер? Кислотный праймер создает сцепку между ногтевой пластиной и искусственным материалом за счет повреждения ногтевой пластины. Ультрабонд – это праймер нового поколения, где кислота есть в составе, но она не в чистом, а в переработанном виде. Кислотный праймер, чистая кислота, которую вот этот нюхаешь и все, и умереть сразу хочется. Он обжигает ногтевую пластину, создает такие кратеры, ямки на ней, то есть ожоги.
дополнительную шагрень на ногтевой пластине, куда а, может... Чуть-чуть. Ничего. Чуть-чуть. Да. Вот где? Этот, средний, видишь, чуть-чуть царапнул. Ничего. За счет чего создается сцепка? То есть кислотный праймер создает сцепку, то есть адгезию, за счет повреждения ногтевой пластины. Ультрабонд за счет проклеивания онихобластов между собой. Он работает как двусторонний скотч. Самый часто популярный задаваемый вопрос. Видимо, вместо классической базы можно ли файбербазу? Вместо какой классической? Ну, вот нашей жидкой. В гелевой системе нет. В гелевой системе нет. В гелевой системе либо супербонд гель, либо база. Почему я Оле использую всегда базу? У нее очень у кутикулы мягкие ногти и влажноватые. Поэтому это если когда мы рекомендуем супербонд базу, это важно понять. Мы рекомендуем базу супербонд для возрастных клиенток, у тех, у кого пластина сухая очень. Сухая пластина, ломкие ногти, слоящийся свободный край. А почему нельзя, например, базу гель-лака использовать возрастным клиенткам? Потому что гель-лак, он сушит ногти, поэтому мы его используем на влажные ногти, чтобы подвысушить наоборот. А если мы используем гель-лак на и так сухие, мы пересушиваем пластину, и ногти будут еще более ломкими. Что там пишет? А кутикулу вы так оставите? Вообще? Да, так и оставим. Пусть пойдет так. Смахочка. Для кого рассказываю, то вот непонятно, распинаюсь. Кутикулу в техниках опильных мы до моделирования обрабатываем фрезой, после моделирования либо дорабатываем уже фрезой, убираем, если это аппаратный маникюр, или по кутикул-ремоверу обрабатываем кусачками или ножичками. Пойдешь так. Так. Что, там еще есть вопросы? Да, при гипергидрозе да. тоже нельзя и кислотный праймер? При гипергидрозе вряд ли поможет кислотный праймер. А при гипергидрозе, скорее всего, ничего не поможет. Но если прям гипергидроз так, что прям капает, и вам нужно покрыть, в экстренных случаях... Но, девочки, я боюсь вам говорить слово «можно», потому что не все понимают, что такое гипергидроз. Гипергидроз встречается в 1% случаев. И мне, например, за всю мою работу мастером ни разу не попался клиент с гипергидрозом. Понимаете? Вы, наверное, не понимаете, что такое гипергидроз. Это когда течет с рук, и на ногтевой пластине выступают капли влаги. Вот это гипергидроз. А если у клиента просто влажные руки и влажные ногти, это не гипергидроз, это просто влажность, которую мы удаляем нейл-препом, наносим ультрабонд и наносим жидкую базу. Потому что сейчас вам скажи, да, можно, вы будете всем, у кого влажные ногти, хреначить кислотный праймер. Нет. Так, для запечатывания мы можем использовать Natural Composite гель, Soft Pink Gelé, Composite гель. Чем они различаются? Давайте сейчас быстренько вкратце. Natural Composite – это густой гель, цвета натуральной ногтевой пластины, универсальный. Его можно использовать для запечатывания свободного края и для наращивания тоже на форме. То есть им можно удлинять свободный край, можно запечатывать. От кутикулы класть ни один из этих гелей не рекомендуется. Очень густые пойдут отслойки. Есть. Soft Pink Gelé. Так, чего у меня не открывается? Soft Pink Gelé. Тоже густой гель, но уже камуфлирующего оттенка. Мы его еще используем в выкладном френче, но не буду сейчас вам заморачивать голову. Им тоже можно и запечатать, и удлинить на форме. Вот этими двумя, делайте скрин. Вот этими двумя можно удлинить на форме, и можно запечатать свободный край. Я хочу обратить внимание на композит гель. Этим гелем можно только запечатывать. Почему? Потому что Natural Composite самый стекловидный и самый жесткий гель из всей гелевой системы. Он настолько жесткий, он как стекло, то есть у него нет свойств амортизации вообще. Если хотите проверить жесткость геля, можете взять все, которые у вас есть, нанести их на файл средним слоем в 1 мм, просушить в лампе, снять с файла и вот так попробовать погнуть. Если гель гнется хоть чуть-чуть, возвращается обратно, то есть не ломается.
Этот гель имеет свойство амортизации. Если вы нажимаете на гель, и он сразу трескается, этот гель не имеет амортизации. Вот если вы нанесете композит, просушите его 2 минуты, вот так начнете сгинать, он сразу треснет. То есть если мы им нарастим ноготь, представьте длину, и потом просто вот так где-нибудь я им ударюсь, ну, лобовой такой удар, грубо говоря, он может отколоться, треснуть. Может по бокам вот здесь треснуть за счет того, что не имеет амортизации. Им можно только запечатывать. Его любят мастера старого разлива. Он самый густой, он удобнее всех ложится, но им нужно уметь работать. Еще момент. То есть натурал композит, так как у него есть амортизация, то есть его можно там, даже где-то он чуть-чуть затечет под ноготь, он может там так и остаться и не отколоться. А композит, вот если затечет под ноготок, и клиент потом просто вот так вот сделает, он сколется вместе с поверхностным слоем. Поэтому вот если только начинаете и хотите пробовать, какой-то из этих. Еще раз, Ань, можно вот 3 белочки за скриним просить? Скриним. Так. Ну, давай. Я возьму, не знаю, какой мне взять. Давайте вот софт-пинг-желе возьмем, чтобы вам видно было. Удобнее всего запечатывать кисточкой лепесточек. Вообще кисть-лепесток, она идеальна для работы со свободным краем. То есть ей удобно выкладывать на форме, точную форму, и удобно запечатывать. Можно, конечно, работать и одним овалом. Я им работаю, если у меня нет под рукой лепестка, вот так просто делаю, и как бы он поуже, но все равно широковатый. То есть для точной выкладки, точная выкладка обеспечивает минимальный опил, экономию времени. Берите лепесток. Вот он, мой гель. Вот такими он тянется, жгутиками, колбасками, как хотите называйте. Видите, он густой. Я его вот так пристыковываю к свободному краю. И вот таким образом выкладываю на весу, четко по периметру. Прям моя задача, как будто продолжение ногтевой пластины его выложить. Если сильно затечет под ноготь гель, вам придется много его спиливать. Много спиливать. И если он весь затечет, то, соответственно, не будет запечатывания. То есть, видите, запечатывание – это расширение. Вот, оп. И как будто продолжение своего ногтя. Это вот тот миллиметр, который защищает свободный край от расслоения и от скручивания в течение месяца. Так как гель густой, все запечатывающие гели, они густые, они не текут, можно просто на 5 пальцев выкладывать. Вы должны научиться так, чтобы вот выкладка была такой. С одной стороны один, с другой стороны тоже один. Все. Убрали, если нужно, где-то подровняли. Лепесток лучше 4 или 6? Вы знаете, как удобнее. Я раньше работала всегда шестеркой. Сейчас, ну, как бы, какая под руку попадется, и то удобно. Мне неудобно под лампой, боюсь сейчас сбить, поэтому чуть-чуть просушу. Научиться вытягивать, смотрите еще в чем прикол. Если вы вот такие вытягиваете жгутики, не получится у вас запечатки. То есть вам нужно научиться вытягивать вот такие вот толстенькие. Я помню, когда я вела офлайн обучение, мы учились на курсе, вот так вот сидели, вытягивали жгутики, пока не получатся толстенькие. Давай. Липкий слой убираете с базы? Нет. С базы не убираем. У геля, у него за счет чего создается сцепка между слоями? Либо за счет липкого слоя, либо за счет опиленной поверхности. Если вы снимете с базового слоя липкий слой, вам придется шлифовщиком хотя бы пройтись. Ну, как бы бывает такое, вот знаете, вот пример привожу, да? Слушай, клиент, вот вы нанесли базу, и клиент говорит, я не могу, мне надо срочно в туалет. Да как куда-то база, я же запечатала. Мне надо срочно в туалет, я не могу терпеть. Она сходила в туалет, пришла, у нее все ногти в волосах. Ну, то есть, соответственно, вам придется снять липкий слой с базы, убрать волосы эти, там, или в свитер она залезла, ну, всякое бывает. Но перед тем, как наносить следующий слой, обязательно нужно снять блеск.
Давай. Это просто задавали вопрос. Угу, по я поняла, Какой гель. Угу. Вот, пожалуйста, смотрите, вот видите, волосня уже. Где ты ее взяла? Вот убираем. Вроде не в свитере, лето на дворе. Не, не хочу подробностей. Да. Я не уверена, что я хочу это знать. Третий раз задаю вопрос по поводу наличия магазина вашей продукции. Я уже отвечала в комментариях и написала аккаунт. Можете посмотреть. Вот, даже отвечают. Лиговский проспект, 50. Корпус 9. Один. Я сейчас еще раз напишу. А есть, а ладно, эти вопросы, которые прям вот не в технологии сейчас, а вот если, это я потом отвечу в конце. Запечатку сушить сколько? Минуту. Можно даже 30 секунд. Потом вместе с гелем просушится окончательно. Нет. Зачем? Что за бред? Там для чего отражатель? Ну, в нашей же есть. Ну, все. Ну, такие лампы — это такое себе удовольствие. Так, много вопросов, вижу, на все обязательно потом отвечу. Так, что мы можем сейчас... Стоп. Все, расслабь, пожалуйста, руку. Все, запечатывание мы сделали. Дальше мы можем либо гелем из банки смоделировать архитектуру, либо гелем из флакона. Гели из флакона у нас в продаже, они вот в таких блестящих есть сейчас? 15, не все. Не все, да? То есть они есть по 15 миллилитров. Это классические гели, жесткие, но более жидкие, нежели в баночках, для того, чтобы можно было работать по технике гель-лака. И есть 9 миллилитров, да? Они в черных флакончиках, в новых. Ну, 9 миллилитров, как бы, если вы не делаете много классики клиентам, у вас там гель-лак в основном, этого хватает. Если мастер прям только на классике, только на геле работает, 9 миллилитров для него ни о чем. И 30 есть, вот. Если вы работаете только на классике, берете баночку и потом с 30-ки туда доливаете. В таких флаконах есть монофаз, нюд и пинг. Вот я сейчас нюдом сделаю. Все, ничего мы сейчас с запечаткой не делаем. Мы моделируем архитектуру. Что мы там, у меня кисточка? В цвете в каком-то. Эл, у тебя есть soft nude в флаконе с кисточкой? Mm-hmm. Дай, пожалуйста. Ты в машину, что ли? Mm-hmm. Сейчас тут у меня какой-то он транспортировались. Они вроде нормально. Ну, пусть все равно сбегает. Все, тоненьким слоем сначала нанесли, а потом вот по технике гель-лака выровняли. Перевернули. Сцентровали. И сразу в лампу. Быстро. Угу. Сейчас. Эфир сохраним. Так, это мне Стельмах, да, дала? Так, я пока на вопросы отвечу, пока Элла пошла. Нюд очень люблю за скорость и носибельность. Цвет вообще огонь. Вы надолго в Питере? Навсегда. Эфир сохраню обязательно. Можно ли смешивать материалы, делать подложку полигелем, а наращивание гелем? Конечно. Скажите, пожалуйста, лампа... Кстати, в курсе скорость есть у меня совмещение акригеля и геля. Скажите, пожалуйста, лампа изменилась как-то? Какая последняя? У меня не последняя. Нет, это как раз-таки нюд, последняя. Нюд. Да, это, видимо, что-то с ним случилось при транспортировке. Он даже цвета другого. Ладно. Все, продолжаем. Мы сначала наносим тоненький слой. Ну, как гель-лаки. Вот почему во флаконы залили классические гели?
для того, чтобы можно было работать по технике гель-лака. Все. Смоделировали. Перевернули. Видите запечатку? Ее видно. Видите эти колбасочки на свободном крае? Масенькие. Суши. Так. Здесь наша задача смоделировать в одну каплю. Что и какой еще плюс дает запечатка? Запечатка дает тонкость моделирования. То есть за счет того, что у меня уже на свободном крае есть миллиметр запечатывания, есть уже толщина торца, то есть это говорит о том, что вот сейчас моделирующим слоем мне не нужно на свободном крае толщину задавать. Мне нужно только перетянуть и выровнять продольный изгиб. Заполнить. Здесь ямочку, где запечатывание. Переворачиваем. А нюд в банке, он полезнее, чем этот? Это как? Блин, как же... Неудобно, да, в лампе с лампой? Ужасно, на самом деле, быстрее. Ой, я уже аж употела подлазить под нее. Так. Наверное, чем отличается в банке от жидкого? В банке гуще, угу. Во флаконе жиже. Давай. То есть, что дает во флаконе? Во флаконе гель дает скорость. Если вы хотите ускориться и гелевые ногти делать так же быстро, как и гель-лаковые, попробуйте гели во флаконах. Вот. С одной капли сделали запечатывание, с одной капли смоделировали. Все. Да, если ногти большой длины, там четверка натуральные, то нужно докладывать потом бока. Но это дополнительные 5 минут. А, он потемнее, нюд в банке, чем во флаконе. Да нет, вроде бы. Скорее всего, знаете, вот если вот взять старый, допустим, нюд, то, возможно, он чуть отличается, потому что ну, партии разные, могут чуть-чуть по цвету отличаться. Партия от партии, вот этот, который непонятно каким, сейчас я его продублирую. Минусы пошли. Если вы делаете квадрат, допустим, длинный, и при переворачивании, сцентровывании у вас оголяются боковые линии, то второй каплей вы только докладываете бока. Можно ли сделать выравнивание твини гель-лаков? Конечно. Не совсем поняла. Мне во флаконе Pink Nude не нравится, а пил намного хуже, гелий, постоянно сколы, он кутикул отходит, с тем же гелем и банки нет вообще проблем. Не могу поддержать вашу теорию, они абсолютно одинаковы по составу. Скорее всего, возможно, из флакона могут ложиться тоньше. Вы привыкли к тому, что с банки они гуще, с банки получается толще слой, и из флакона просто нужно привыкнуть. Угу. Все, и большой пальчик дорабатываем. Так, вытаскивай, переворачивай. Ага, сушим. Когда мы работаем с клиентом с двумя... Ровно держишь? Да. Когда мы работаем с клиентом, у нас две руки, вот я сейчас делаю одну, да, мне приходится ждать, пока у меня там по 5 секунд, по 10 хотя бы каждый палец высушится. Когда мы работаем конвейером, эта работа идет вот так.
мизинец, мизинец, безымянный, безымянный. То есть у нас время, мы ничего никогда не ждем. С просушкой то же самое. Все, пока я там ту руку доделываю, это уже просушилось полностью, эту начала, вторая досушивается. А пил тоже. Один взяла, полностью допилила и пошла все 10 пальцев. Цвет то же самое. Цвет мы не... Вообще профессионалы никогда не работают. Только базу можно нанести на 5 пальцев сразу. Цвет мы тоже не наносим на все 5 пальцев сразу, потому что может подскочить, пока мы носим на 4-й, может съехаться где-то. То есть это непрофессионально. Не тратится время, если вы делаете конвейером. То есть получается то же самое, но гораздо качественнее результат. Ставим всю руку. Перед тем, как опиливать поверхность в данной технике, обязательно проверяем ступеньки изнутри. Особенно на начальном этапе. Можно ступеньки убирать, если они есть, фрезой алмазной, только со скруглением что-нибудь, не берите острые. Я люблю керамику в этом плане. Можно одним движением, просто вот раз, одним движением убрать ступеньки и почистить ноготок изнутри. То есть, если фреза маленькая, это вот сидишь ты там и лозишь. Да, если на больших оборотах может неровно быть. А керамикой вот ты раз, два, все. Раз, два, готово. Сначала перед опилом мы убираем все изнутри, косички, если получились. И только потом приступаем к опилу поверхности. Это очень важно. В курсе «Скорость» есть лекция. Первая, там перед практикой идет лекция. Называется она «Как тренироваться быстро по тренировочным листам». Ведет ее Вера Мирошниченко. Она там просто 45 минут, по-моему, разжевывает, как вам ускориться, где, какие этапы вписывать, какие не вписывать. Очень классная техника. Кстати, тренировочные листы бесплатно вы можете у меня взять в актуальных сторис, называется «Подарочки». Там есть урок по мультиформам, и тренировочные листы можно скачать. Какие особенности при запечатывании композит гель и натурал композит? Есть ли разница в работе? Я все уже рассказала. Сохраню эфир, пересмотрите. Так, липкий слой убираете с базы, это я уже ответила. Дизайн будет, но не в формате эфира уже. Я сделаю видео, мне нужно для ТикТока снять. И в сторис потом увидите. При моделировании одной капли боковые линии при центровке не оголяются? Надо дополнительно? При квадрате надо, при овале нет. Все, снимаем липкий слой. Вот смотрите, я обычно вот так сверху, вот так снизу. Сверху, снизу, сверху, снизу. И вот так на всех. Сверху, снизу. Переворачиваем. И вот таким образом, буквально двумя движениями, опс, немножко подчищаем ноготь. Переворачиваем. Когда вы только начинаете, допустим, вы еще ни разу не делали запечатывание, перед тем, как опиливать поверхность, проверьте вот так ступеньки изнутри. Возьмите апельсиновую палочку и вот так попробуйте. Если цепляется, значит, убирайте еще. Возьмите маленькую фрезу, доработайте. Все, и приступаем к опилу поверхности. А где у нас... Опил должен занимать у вас также не более 20 минут на 10 ногтей. 20 минут это в формате скоростного моделирования даже мало. Ой, много. В формате скоростного моделирования опил это 15-10 минут. Что нужно для того, чтобы научиться быстро пилить? Нужно знать четко зоны опила и их отработать. Все. Чуть-чуть я не видно. Ну, мизинец я не смогу уже подтянуть. Угу. Я сейчас безымянный буду, будет уже ближе. А что еще нужно для скоростного опила? Конечно же, выкладка. Если вы делаете выкладку про запас, ну, потом попилю, выложу с запасом, пусть будет.
там, а вдруг, а может быть, это сразу плюс 10-15 минут ко времени. Вот этих вот «а вдруг, а потом попилю» — это все, во-первых, перерасход материала и расход времени. Спасибо, Аня, за тонкости. Только возникает вопрос, вы уже говорите. Да, это шепот, девочки, не за что. Сколько я уже этих эфиров провела, и по запечатке их самое, наверное, большое было количество. И все возражения, все вопросы я уже чувствую, что вы их зададите. Плюс курсы вела я тоже несколько лет офлайн. Все эти моменты уже тоже отработаны. А сколько оборотов ты ставишь при вычищении? 10-15. Я ставлю высокие обороты. Если вы только начинаете, вы начинающий мастер, ставьте поменьше обороты, потому что если у вас нажим фрезы еще не отработан, можно перепилить ногтевую пластину. Изнутри тоже можно перепилить, она истончается и будет отслаиваться свободный край. Я, ну, как бы уже у меня нажим отработан, у меня на весу фреза буквально еле касается ногтевой пластины, я могу уже работать на высоких оборотах, и буквально вот там 2 секунды, и все убрано. Это зависит от уровня, от опыта. А без опила в этой технике можно работать, или все равно немного нужно отпиливать? Смотрите, совсем без опила нет. Есть техника совмещения гель-лака и геля. Это когда мы выкладываем запечатывание, опиливаем запечатку и потом уже без опила выкладываем гель-лак. Есть такая техника. Она, кстати, вот в курсе «Скорость» есть. Но все равно запечатку, свободный край, мы опиливаем. Главное вот эти моменты, вот здесь смотрите, вот от вроста до свободного края, чтобы линия была ровная, потому что запечатывание может где-то неровно лечь, и вот эта выщербленка, эта неровность, она потом отколется со временем. То есть много факторов, очень много факторов должно сойтись, и много нюансов в любом виде моделирования. Вообще гелевое моделирование – это технологически сложная процедура. Но если вы ее освоите, вы никогда не будете знать проблем вообще с клиентами. Ни с какими ногтями, ни с возвратностью клиентов. То есть это все. Это за такими мастерами, которые умеют делать гелевое моделирование качественно, еще и тонко. То есть что дает еще запечатывание? Оно дает моделирование прочное, но при этом максимально тонкое и изящное. Смотрите, чтобы сделать просто гель-лаком или просто гелем однофазным ногти, такие, которые не будут откалываться и будут носиться, это нужно выложить свободный край в толщину там 1.5 миллиметра, и, может быть, он тогда удержит ноготь. А запечатывание, за счет того, что это жесткий гель, и мы его выкладываем каркасом, да, мы можем сделать максимально тонкий свободный край, максимально изящный, но при этом ногти будут носиться хорошо. То есть вот, как бы это еще один большой плюс. То есть вот эти вот слоны, которые наваленные, да, вот такие вот толстые ногти, они, в принципе, вообще не нужны, если мы умеем работать в технике запечатывания. При опиле свободного края пилка входит вверх или вниз? Есть разница? Не поняла вопрос. Вверх или вниз? Файбербазу можно опиливать? Нужно. Смотрите, я вот не хочу, чтобы вы... Вот это одно время был этот тренд, ну, как бы такой повальный. Вот без опила. Без опила. Что подразумевает техника без опила? Она подразумевает выкладку материала впритык. То есть... Задача моделирования без опила – научить вас экономить материал и время. Не задача, чтобы вы выложили гель и, не дотрагиваясь до него пилкой, покрыли цветом. Кому это нужно? Нужна красивая форма. Если вы выложили очень аккуратно, как мы говорим, впритык,
то вы два раза там пилкой где-то махнули, убрали боковые линии, по продольному изгибу чуть-чуть выровняли, все, уже опил готов. Но совсем без опила не нужно воспринимать это так, что вот нам обязательно нужно смоделировать так, чтобы пилкой даже не дотронуться. Никому это не нужно. Нужна красивая форма. Просто если вы научитесь выкладывать точно, аккуратно, у вас времени на опил будет мало уходить. Аня, ты можешь подсказать, как лучше почистить бутылку с ультрабонда, чтобы потом налить новую, долить? Обезжиривателем, девчонки. Обезжиривателем. Залейте туда чуть обезжиривателя или там жидкости для снятия лака, если, ну, как бы какого-нибудь подешевле, если обезжириватель жалко, а его жалко. Прополосните и все. Ультрабонд — это уже такой липкий материал, который нужно удалять либо обезжиривателем, либо жидкостью для снятия лака. Фух, так. Простите, я чуть отдалю, потому что мне уже неудобно. Я цепляюсь об лампу. О, так получше. Угу. Сколько времени в идеале должно уходить на опил, я уже вам сказала. В идеале это 10-15 минут на две руки. 20 – это допустимый формат. Ну, смотрите, 20-20-20 – это классический формат. 20-20-20 – это час. То есть 20 – у нас подготовка, то есть первый этап. 20 минут – это этап моделирования, запечатывания плюс выкладка гелем. И 20 минут – это опил и доработка кутикулы. Ну ладно, хорошо, может быть 10 минут плюс обработка еще кутикулы. И 30 минут у вас остается на покрытие цветом, на какой-то дизайн. Ну хорошо, пускай на покрытие цветом, если это однотонка. Вот ваши 1.5 часа. Если скоростное моделирование, ну то есть прям максимально быстро, у меня было такое, кстати, на курсе скорость я делаю по таймеру, и там нет моделирования больше 1 часа 20 с чем-то там минут. И они все у меня с дизайном, что немаловажно. То есть все работы в курсе я делаю с минимальным дизайном, чтобы показать вам, что и минимальный дизайн можно включить в это время. Все, шлифуем. Кстати, про шлифовку я каждый раз говорю, но еще раз скажу. Не пренебрегайте этапом шлифовки. Что это дает? Меня часто спрашивают, почему неровно ложится цвет. Цвет ложится неровно тогда, когда у вас не выглаженная до идеала поверхность. То есть после пилки остаются неровности. И если эти неровности не зашлифовать тщательно и не выгладить, то, соответственно, гель-лак будет ложиться на эти неровности как? Правильно, неровно. Поэтому шлифовать обязательно нужно. Этот этап мы не пропускаем. Угу. Ань, наболевший вопрос. Где лучше покупать держатель для телефона, чтобы не мешало? Вот, я заказала уже себе. Мы его обычно всегда покупаем на Алиэкспресс. У нас в Ростове была куча, я сюда просто не привезла. Мне нужно заказать. Я вам ссылку прикреплю в сторис. Мне вот буквально вчера Валера прислал, я вам ее прикреплю. Он стоит 800 рублей на Алиэкспресс, но он идеален. Вот лучше не придумаешь. Вот я сейчас сижу, просто мучаюсь, если честно. Закажите один раз. Во-первых, он неубиваемый, он металлический полностью. К нему крепится и телефон, и можно крепить и камеру профессиональную. То есть вообще он очень крутой. Они там будут разные на выбор, даже, по-моему, с кольцевой лампой в наборе. Но не берите с кольцевыми лампами, это очень неудобно. Свет должен стоять отдельно все-таки.
все, мы закончили моделирование. Сейчас покажем бочком. Ноготуленьки. Так, и наша задача дальше доработать кутикулу. Фу, как жарко. Толщина торца у нас есть. Смотрите, какая. Толщина торца прям миллиметр. Прям вот что нужно. Что-то тут неровно. То есть я уверена, когда я делаю запечатку, я уверена, что клиент с запечатыванием у меня проходит... Сейчас чуть свет настрою. Проходит месяц без сколов, без трещин. Я могу спокойно быть, что мне не придет ремонтировать ногти. Ну, за этого клиента я точно знаю. Если ему делаешь запечаткой, это все. И дальше мы наносим кутикул ремовер. В гелевой системе кутикул ремовер можно наносить после опила. То есть до моделирования гелем нежелательно кутикул ремовер наносить. Зажиривается, увлажняется слишком зона кутикулы, могут пойти отслойки. После геля, уже когда он создалась адгезия, уже высушили, опилили, можно спокойно наносить и выполнять срез. У Оли был первый слой, сейчас у нее был там прозрачный гель, еще какой-то гель, поэтому у нее вот тут где-то как будто просвечивается камуфляж. Это минусы того, когда вот у вас было прозрачное моделирование, а вы сделали камуфляжем. То есть на это вы не обращаете внимания. Если клиент хочет френч после покрытия, то прозрачную основу, которая была до этого, нужно убрать будет до конца. Это шлифовщик. Шлифовщик 100 на 180. Шлифовочная пилка 100 на 180. Ой, апельсиновая палочка. Нет, у меня есть. Или нет? У вас есть апельсиновая палочка? Была. Кто? Была. Да. Господи, боже мой. Жарко-то как? Да, тоже пишут, что жарко. Жарко не то слово. На улице, главное, уже хорошо, а в зданиях очень жарко. Вот, весь птериги у нас уже скатывается. Угу. Помним, с такой кутикулой очень аккуратно нужно. Максимально аккуратно. И такую кутикулу лучше не дорезать, чем перерезать. Скажите, пожалуйста, будет файбер цвета нюд? Я не знаю, девочки, если честно. Планировалось расширение линейки, но вот сейчас вам не подскажу, пишите Екатерине Мирошниченко в директ. Я уже не запускаю, не имею отношения к выходу новых продуктов, поэтому вот вам уже так прям точно подсказывать не смогу. Что у тебя за кусачки? Господи, так и знала. Девочки, это у нас тестовый был образец. Мы планировали, когда выпускать инструмент свой. Это, по-моему, Сталикс, да? Сталикс, да. Сталикс, вообще, мне очень нравятся кусачки. Они по цене хорошие, и полотно у них хорошее, и заточка у них хорошая. Видите, они даже с лого. Со старым, правда. Это тестовый был образец. Они мне понравились, и я их себе... благополучно захапала.
Вот я прям максимально стараюсь аккуратно. Убираю только то, что мне мешает. Четко иду по линии кутикулы. Ни в коем случае не стараюсь там вырезать ей. Иначе это все начнет болеть. При попадании воды будет неприятно. Ну, Оля подтвердит. Она знает, что если мы ее раним, не дай бог, это потом у нее все воспаляется, долго заживает, неприятные ощущения. То есть наша задача максимально избежать неприятных ощущений у клиента. Да подожди. Скажи, пожалуйста, когда будет эфир дизайна газеты? Газета? Так, газетой. Так где-то был, по-моему. Меня, да? Да, я что, обещала, что ли? Я знаю, что я проводила мастер-класс на этом. Что ты машешь? Обещала, я это помню даже. Кому? Ты про газету что-то в онлайне говорила. Когда? Дома и в отпуске. В онлайне в чу каком? Ну, так же эфир. Да, я обещала. А, ну все, что я обещала, я выполняю. Просто в этот раз не получилось. Не, проведу. Я просто забыла уже, девочки. Видите? Газетой. А, да, это ж мой... Да, да, обещали, пишут. Да, 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 обещали. Ладно, ладно. Все пишут, обещали, обещали. У меня теперь... Все. У меня теперь есть... Ля, у меня... Как вы помните, когда вам обещают? Ля на них. У меня теперь газета есть красивая, я вам ее показывала. Вот, собственно говоря, идеальные ногти, идеальные тонкие, готовы. И мы после эфира с Олей обязательно сделаем, при том, что они тонкие, они капец какие прочные. Но вот эти ногти не ломаются, девочки. Вот не ломаются они вообще. А после эфира мы сейчас сделаем ей вторую руку, сделаем дизайн. Я хочу там для ТикТока поснимать видосы. Да, просто спрашивают про дизайн. Так, я сейчас на все ваши вопросы отвечу. А, давайте. Я всех свободна? Ты? Пока да. Тут же человек как бы работает, вроде бы. Ой, глянь, себя блестю. Во, фильтрик. Жарко, жарко. Все в пылюке теперь вся. Ну, давайте. Все понятно было? Мне кажется, я просто сейчас курс провела по запечатыванию. Но для тех, кто хотел понять, для него было достаточно. Но я вам все равно рекомендую, вы мне часто пишете, какой взять курс, что дальше, я уже сижу в топике, дальше делать. Курс «Скорость» не помешает вообще никому. Даже если вы не моделирующий мастер, я вам все равно рекомендую пройти. Там есть работа с гель-лаком, есть опил. И если захотите, это будет для вас как курс моделирования. Поэтому go. Go, сегодня скидка 30%. Оль, посчитай, 5900, 30% это сколько? Давно вам не давала скидку, сегодня дам. На телефон? Минус 30? Да. 430. 430. Значит, что там есть? Лекция первая о том, как тренироваться быстро по тренировочным листам, разжеванная, она же мотивационная. И 7 мастер-классов практических от меня по таймеру полностью на всех 10 ногтях модели. Вам этого вот так. То есть я там собрала все техники, которые вам нужны в салоне красоты. Гель-лак с запечатыванием, запечатывание с гелем, коррекция нарощенных, наращивание, коррекция ногтей в хламе и еще какой-то, уже даже забыла. Все с дизайном минимальным, но все с дизайном. И не больше 1.5 часов. Вот как-то так. Это, знаете, я курс еще как называю? Волшебный пендаль. Многие девочки после просто просмотра 2 мастер-классов такие... Семен Семенович. Так, все, отвечаю на вопросы. Аня, у вас нет на онлайн-курса для начинающих, так сказать, с нуля, вот прям для чайника. Лично у меня нет. А в школе онлайн Эмми, конечно же, есть для начинающих, для чайников курс маникюра. Вот зайдите, пожалуйста, у меня в шапке профиля есть ссылка. И там есть перечень курсов. Базовый курс.
маникюра, он как раз-таки для чайников. Как рассказывает Вера Мирошниченко информацию, вам никто не расскажет. Мне кажется, можно медведя научить делать маникюр, если поставить ему лекции Вера Николаевна. Аня, скажите, когда работаешь резой, пламя постоянно остаются кусочки кожи. Что делаю? Не так, спасибо. Кусочки кожи, пламя. Не совсем понятен вопрос. Где кусочки остаются? Аня, у вас нет? А, простите. Курс «Скорость. Огонь». Спасибо большое. Он правда хороший. У меня много отзывов на него очень хороших. Актуальных сторис есть отзывы про курс. Можете посмотреть и почитать, и посмотреть результаты девочек. А, подскажите марку пылесоса. Какого? У меня нет его. Нет пылесоса. Я еще как... Вообще я же не работаю с клиентами. И мне не нужен пылесос. Я делаю ногти только на эфире сейчас. Я даже себе не делаю уже ногти. Я вон другу и то говорю, он говорит, сделай мне ногти. Я говорю, только если модели будешь на эфир, а потом я тебе еще тикток сниму. Просто так никому не делаю. Только в свою выгоду. И с клиентами я не работаю. Если я сделаю там ногти два раза в месяц, зачем мне пылесос? И если вам нужны рекомендации по тому, какой купить, я... Вообще, самый лучший пылесос — это встроенный, который в стол. Вот эти, которые ставятся, они такие вот... Я была как-то у девочки на маникюре. Он выдувает обратно у нее пыль эту. Я говорю, нахрена он нужен, такой пылесос? Вот эти, которые в столе встроенные, они хорошо тянут. Они снизу тянут. А вот эти вот, они какие-то беспонтовые. Я считаю, что если ставить пылесос, то ставить пылесос сразу хороший. Да, спасибо, Аня, очень информативно. Да, полный курс по запечатке. Очень было информативно. Эфир огонь, спасибо. Я вот не умею вести эфиры, не договаривая. Вот не умею. Да, вот что-то там где-то. Если я веду эфир, то это как урок. И я уже зарекалась, что я буду эфир проводить. Думаю, что вот это вот, все прям это рассказываю, а никто даже комментарий не напишет, так мало комментариев. У меня, кстати, хорошо, много, у меня статистика очень хорошая, потому что вы у меня самые крутые. Зарекалась, что буду эфиры выкладывать в курсы свои, ну не могу. У меня, мое призвание — это нести людям информацию и быть наставником, поэтому не жалею ничего. Тоже есть такая клиентка, кутикулу не режу до конца, там прям пленочная кожица. Да, вот с такими кутикулами я все понимаю, что круто там залезть по самые гланды гель-лаком. Но наша задача, вот знаешь, как у доктора, не навреди. Обрезать кутикулу так, чтобы у клиента потом это все болело, нет. Если мы не можем покрыть под кутикулу, бывает такая кутикула. Да, сейчас типа, вот крутой мастер любую кутикулу там выдрает правильно, будь здорова, выдрает и загонит этот гель-лак под кутикулу, под любую. Нет. Грамотный мастер, он сделает все корректно, не перережет, не поранит. И если он не сможет покрыть под кутикулу, он полмиллиметрика отступит, ничего страшного. Либо предложит клиенту дизайн, который не требует покрытия под кутикулу. Куча. Сейчас вообще модно без покрытия под кутикулу. Я сейчас, кстати, я хочу сделать дизайн. На одну руку полностью покрытие, на другой ногте дизайн сделать, на другой руке. Извините, позже зашла. Поднятие фрезой делали? Нет, я не делаю поднятие фрезой, если это необходимо. У Оли не растут вниз ногти. У нее абсолютно нормальная ногтевая пластина. Для чего поднятие? Поднятие только при унихогрифозе. Дизайн будет сейчас. Эфир газетой сделаю попозже. Ржет. Что ты ржешь? Ну я забыла. Ржет она. У меня много информации в голове. Будет эфир. А, будет файбер. А, это все, я уже ответила, да? Все? Спасибо, Анечка. Пожалуйста. Аня, скажите, пожалуйста, мне нужен срочно маникюрный аппарат. Каким пользуется Маратон Эксперт? О! Они у нас стояли все, у всех в школе. Это рабочие лошади, которые не ломаются практически. И в салоне они у нас стоят. Они просто, знаете, что важно?
А причем ученики же как? Они реверс не переключают, выключают, ну, эксплуатируют вообще по жесткачу. И они работают. Я вам сейчас его покажу. Вот он. Вот он, вот он. А, маратон экскорт. Экскорт? Эскорт. У кого что болит? Эскорт Про. Ой, что-то я сделала. А, спасибо за эфирчики. Пожалуйста, эфир сохраняю. А, ссылку на курс со скидкой выставляю в историю. Дегидратор только для влажных ногтей или для всех нужен? Если классическая система моделирования, то на всех. Аттракционы видами щедрости выставляю. Курс по бровям можно заплатить 2000, забронировать, а потом пройти? Сколько по времени эта процедура? О-о-о-о-о. Напишите мне в директ, я вас с менеджерами застыкую, я вот эти вопросы вообще... Я, как мне сказал Вадим, просто красиво веду эфир. Эти вопросы финансовые, не царское это дело. Вы молодец, и коротышка, спасибо. Можно делать укрепление ногтей полигелем на 1/3, а потом гелем без опила? Можно. Эфир сохраните, а то я опоздала. Все сохраню. Спасибо, очень круто. Спасибо, спасибо. Все, девочки. Выкладываю эфир в ленту. Просматривайте, оставляйте комментарии. Оставляйте комментарии, это поднимает статистику. Это очень для меня важно. Вот. Я как бы ее, правда, не смотрю, но почему-то для меня это важно. Должно быть. Короче, не суть. В истории выкладываю ссылку на покупку курса.